тут у нас еще кислород кончится. Так, 3, 4 версии левее нашего центра. Да, вижу. 5. Одна прям очень так, близко синим, расходится синим с нами. Радаром. Очень близко, возьмем близко. Ёп-РГД. Возьмем, причем возьмем в лоб. Типа нефиг. Когда они налетели, на меня идет. Что куда встретить? Не достаю. Лоп, отлично. Хорошо, наверное. Так, остальные там. Может быть один еще здесь может быть опасен. Так, я над тобой. Не знаю, где двери. Он заворачивает на тебя. Сейчас. Не вступай, дорогой. Так он вниз кидается на меня? Да, на тебя. Чем уже стрелять будет? Ох ты, как он близко. Правее, возьми правее. Мессер. Нет, я пропускаю в бочки. Да, пропустил, он вверх пошел. Да. Опять вниз падает. На него. Давай. Оп, мимо прошел, правда, пробивай. Пробил? Не-не-не, ты давай, пирачок. Гада такого. Не понял, попал. Вроде не было. Да, но он запаниковал, по-моему, вниз. Нет, продолжает спите стоять, интересно. Ах-ха-ха-ха! Чуть-чуть не угадал. Так, что-то я вас... Ты у него сзади, да? Да. Заворачивайся. Он не на тебя? Нет, он вверх выпрыгнул на инверсию, да? Ну да. Я иду к вам. Вот, я вижу твою атаку. Сейчас попробую снизу прыгнуть. Ты снизу. Снизу плохо. На кого заходит он? Не на меня. Я ему сейчас сажусь. Ты у него сзади? Ну да. А, вижу. Он на другую лавку. Я сзади тебя. Может, набери высоты чуть побольше. Я скоро перегреюсь, отстану. Блядь, я забыл выходные закрыть. Прикинь, я думаю, чё меня так расколпашило? Виражах. Я тоже холодный. Потерял его. А, нет, вот он. Перед тобой прям. Да. Атакую. Так, его что-то потонуло. Так, я прошелся, хорошо. Первую передачу. Блять, столько стрелял и ни хрена. Ноль попаданий? По-моему, ноль. Мастер. Не попал. Собака, не могу стрелять. Получится. Надо дуэлить ну, чаще. Вот он нашу лавку-то пробил. Так, ты, я тебя вижу. Я сзади тебя. Я с вами болтаюсь, как консервная банка. Толку. Так, я тебя не вижу, потерял, боюсь столкнуться. А, вижу. Так, давай, сажусь ему плотно. Страхуй. Ты стрелял? Да. Ну, это не плотно. Но я чуть-чуть не довернул. Что, он уходит? Ну как не попал-то? Ёб РСТ, прям через него трассера прошли. У меня тоже пару таких было. Скорости такие непонятные, то есть то ли большие, то ли слишком маленькие.
Набрал высоты. О, блядь, он все-таки достал дула. Вот теперь его. Или он мотор сержет, или я попал в него. Ну, с пожаром, блядь, он... Пожар, пожар, все, это ты, красавчик, блин. Я думал, он ту лавку достал. Мы тремя лавками. Так, даю огни, нам надо быстро-быстро унести шкурку. Я понял, вижу тебя, я сзади тебя. Хорошо, так. Сориентируй нас только. Остыть, так, мы даже где-то можем... Ух ты, какая там месила в радаре-то, ёпрстка. Давай на самофаловку. Вот, мне кажется, мы над самофаловкой, нет? Потому что сейчас вот пропал его маркер. Прям над самофаловкой в радаре. Да, север самофаловка, похоже. Ты со мной, я еще не вижу. Я сзади тебя, да, у тебя чисто. Оборачивался, отстал. Да, мы сейчас самофаловки, так, я где-то какой-то контакт видел. Справа на 4. Справа на 4 там много синих летает. У меня БК, я боюсь, уже не хватит. Ну, мне тоже мало. Лучше, наверное, сесть от греха. Давай, к земле. Глаза должны где-то впереди. Дорога. Да, вижу полосу, значит. Фу ты ему. А ведь он с двумя булавками справился. Вот меня в чем пугает. Да фиг знает, мне кажется. Ну то есть, конечно, он спускался даже. Да, земля была уже близко. Да и ты там с закрытыми этими летал, с открытыми радиаторами. Но в целом, вот эта косая петля, которую он делал, ну хрен постреляешь. Мне тоже. Да я вообще, то есть на проходах он прям прицеливает. Надо просто потренироваться на лавке в последнее время. Причем, когда я в него попал, казалось, что я брал намного больше упреждений, чем надо. Я уже да. Лавка вот этим, она и то ли сведение надо настроить под себя. Ты проход вещи. Шкурку мы везем. Тащим шкурку домой. Ну я видел, что шерсть убил. А мы довезли уже. Там видел, какое мясо в радаре к Чарльзу? Да. Мы из этого мяса кусочек отщипнули и добили. Да. Одного отбили от кучки. Нормально. А что там, штуки что ли прилетели? Теперь он не на посадку не бежит. Хер его знает, мы на 8000 видели. И, кстати, когда ты заходил на него, поджег, я думал, он все-таки догнал ту лавку, которая дымилась уже. Пика сейчас перезагрузила. Я походу. Ну да. Когда такого не было. А меня слышно? Да. А меня? Нормально. Главное сядь. Я качусь, я тебя только не... Заходишься. Нормально. Я думал, а, далеко, все. Что с туком? Даже витаминки принесла. Там воды запить. Стакан, ну, граненый. Я видел, вы Дринкинса замочили. Тоже он бомбил... На Фоке был, да? На Фоке. Убил склады на Фоке. Но мы его пропустили. То есть он сначала ударил по складам, потом... Нашел я его. Он откуда-то подошел, черт знает. Че, мы здесь останавливаемся или надо на стоянку зарулить? Не, выходим сразу на площадь. Понял, сейчас освобожусь. Ой, парень, я наблюдался уже. Я бы тоже, наверное, ну и че, шифте еще слетаем? В принципе, один вылет могу взять. Или выйти на хорошую ноте? Нет, сделайте, если можете, что. Я просто уже устал, если честно. Потому что немцы сейчас как раз очень активные. Да, они сейчас вообще в самый раз набивать. Мы прилетали, их мало было. Я сейчас честно скажу, что подустал, если не днем еще летал. Угу. Ладно, я, наверное, выхожу. Ну, давайте. Ассист дали? Ты че? Танкисту ассист дали? Нет, не попал. Не попадал, значит.
Давай. Так, значит, я себе зарублю на носу, что с упреждения брать меньше.